Между Азертач, приступившим к председательству в Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана ОАНА, и Йонхап, получившим право руководить структурой на очередной срок, открылись большие возможности для расширения связей. Эти мысли прозвучали на состоявшейся в Азертач встрече с делегацией под руководством президента агентства Йонхап Республики Корея Парк Нохванга. Генеральный директор Аслан Асланов подчеркнул, что Азертач в целях реализации совместных проектов усовершенствования деятельности ОАНА, заинтересованного в всестороннем сотрудничестве с агентством Йонхап. Было отмечено, что совершенствование веб-сайта ОАНА, более широкое привлечение агентств членов в работу организации будут приоритетными целями Азертач в период его председательства. В рамках организации, в частности, можно расширить обмен видеоинформацией, проводить различные конкурсы и тренинги. Азертач готов тесно работать в этом направлении с агентством Йонхап, избранным председателем на 2019-2022 годы. Было подчеркнуто, что Азертач, приступивший 17 ноября к исполнению обязанностей председателя на Всемирном конгрессе новостных агентств, будет работать над вопросами повышения авторитета данной организации, признания ее статуса на уровне ООН, привлечения старейших журналистов с богатым опытом к деятельности структуры. Генеральный директор выразил признательность президенту Йонхап за активное участие в работе 5-го Всемирного конгресса новостных агентств и 16-й Генеральной ассамблеи ОАНА, проходивших с 16 по 18 ноября в Баку при совместной организационной поддержке фонда Гейдара Алиева и Азертач. Пожелав успеха в Азертач период председательства на Всемирном конгрессе новостных агентств и в ОАНА, Парк Нохванг подчеркнул, что Азербайджан на высоком уровне провел эти представительные мероприятия обеих структур. По его словам, председательство в этих международных организациях создает хорошую возможность для информационного обмена, взаимного сотрудничества, внедрения современных технологий и достижения подвижек в других сферах. Напомнив о состоявшейся 17 ноября встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с группой участников Конгресса, Парк Нохванг отметил, что глава государства придает большое значение отношениям с Республикой Корея, что вызывает у него чувство глубокого удовлетворения. Подчеркнув, что президент Азербайджана является мудрым и дальновидным политиком, руководитель Йонхап отметил, что высокая эрудиция, открытость к диалогу, искренность главы государства, его ясные и точные ответы на вопросы произвели на всех участников встречи неизгладимое впечатление. На встрече состоялся обмен мнениями о путях развития новостных агентств, использовании современных программных обеспечений, перспективах двустороннего сотрудничества. Первен Рагимова, Эльшан Шахбалаев, Шакир Гурбанов, Наиль Бабаев, Азертач.